Никто не хотел идти, потому что делать какую-то дорогу, и даже если там на бумажке было написано, что деньги будут выделены, да, там постановление Кабмина, будут деньги выделены, они говорят, они у вас есть живые, а у них у вас есть на счету, и поэтому много они не хотели, просто они так смотрели на это, будет, будет, могли выиграть тендер и ждать, дайте аванс, приступим к работе. Вот. Сейчас это совсем по-другому. Сейчас уже все, они заходят, разыграли тендер, они победителями этого конкурса, приступают к работе. Они знают, что с ними рассчитаются. Если есть дорога, если есть движение, это жизнь. Так, движение — это жизнь.